В Гомельской области увеличилось количество ДТП с участием пешеходов. За прошедшие сутки статистику пополнили еще два случая. Во дворе дома номер один по улице Владимирова в Гомеле водитель Audi, сдавая назад, наехал на 83-летнюю женщину. Пенсионерка оказалась в больнице. Недалеко от этого места происшествия водитель Peugeot сбил 57-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном в районе дома номер 2 по улице Иногородней. Пострадавшую также госпитализировали.